Всем огромный привет! Сегодня готовлю очень вкусные домашние наггетсы. Рецепт невероятно прост, в чем сами сейчас и убедитесь. Куриную грудку нарезаем на небольшие полоски. Перекладываем мясо в глубокую емкость, подсаливаем, перчим. Из специй я добавляю пол чайной ложки карри, пол чайной ложки сушеного чеснока и чайную ложку сладкой красной паприки. Все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться, пока готовим кляр. В глубокую емкость вливаем воду, добавляем соль, всыпаем муку и все хорошо перемешиваем. Каждый кусочек обмакиваем в кляре, затем обваливаем в сухарях. Обжариваем наггетсы в большом количестве растительного масла до румяной корочки, периодически переворачивая. Огонь должен быть средний. Готовые наггетсы выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Если бы вы знали, какие они получаются хрустящие и очень вкусные. Вот так легко и просто можно приготовить такую вкуснятину. Пробуйте, готовьте. Все, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю для вас подборку самых лучших, простых и очень вкусных рецептов. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка также будет в описании. Ну и всем пока-пока!